студенты Казанского федерального университета на Лига Форум. В каждой смене у нас было примерно по 300 человек участников. На последней смене, по официальным данным, у нас 350 участников. Пожары в Мари-Эл. Какие последствия застали соседние регионы? А тут что, пожар? Пожар, что ли, тут? Тут что, пожар, что ли? Можно ли вакцинироваться беременным? Влияет ли коронавирус на репродуктивное здоровье? Исследование проведено Институтом Кулакова, это Институт обширства гинекологии и перинатологии, который является главным учреждением, определяющим политику вообще акушерства и гинекологии у нас в Российской Федерации. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Диана Желенкова. В кабинете министров Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинг». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Помимо этого, в КФУ прошло очередное рабочее совещание, на котором ректор встретился с руководителями структурных подразделений университета. Темами встречи стали итоги приемной кампании, заселение в общежитие и подготовка к новому учебному году. 24 августа стартовала третья смена студенческого образовательного форума «Лига Форум». Своими впечатлениями поделились студенты Казанского федерального университета, принимающие участие в мероприятии. Лига Форум – это открытая площадка для общения и обмена идеями, где студенты участвуют в мастер-классах, создают проекты, принимают участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Форум проходит 7-й раз. Организован он в заповеднике Белярск, историческом месте, там, где и зарождался в 2014 году. Три смены с 12 августа по 28 августа у нас проходит. Вот сейчас проходит последняя смена. В каждой смене у нас было примерно по 300 человек участников. На последней смене, по официальным данным, у нас 350 участников. Несколько дней студенты знакомятся, живут в палатках и общаются с экспертами из разных сфер деятельности. Питание и трансфер в Белярск организованы за счет бюджета мероприятия. В число участников последней смены Лига Форум вошли студенты Казанского федерального университета. Здесь есть контакт с иностранными студентами и просто прокачка коммуникативных навыков. Здесь все мастер-классы безумно интересные. Больше всего мне понравилось кастомизировать по одежде. У нас проходят мастер-классы не только в образовательном уровне, да, в образовательных треках, но и направлены на какие-то хобби, увлечения ребят. Например, есть мастер-класс по разрисовке головы Давида, есть мастер-класс по актерскому мастерству. Очень много ребят, как организаторов, так и участников, которые из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Это означает, что вот именно ребята, которые активисты в своих институтах, они действительно жаждут новых каких-то эмоций, впечатлений. Во время форума участники разрабатывают проекты разных тематик, действуя самостоятельно или собирая команду до 5 человек, готовых к реализации, работе с партнерами и спонсорами. Третья смена форума завершится 28 августа. Ариадна Кугушева, Универньюз. На базе 12 российских вузов и научных центров создан консорциум «Российско-африканский сетевой университет». В состав участников международного проекта вошел и Казанский федеральный университет. В Российской Федерации, вузов Российской Федерации выстраиваются очень неплохие отношения. Ребята из Африки к нам активно приезжают. Сейчас в Казанском университете обучается порядка, наверное, 500 студентов из африканских стран. В основном, еще раз повторюсь, это Северная Африка. Обучение студентов проходит на русском, английском и французском языках. В КФУ лидерами по приему африканских учащихся являются Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт международных отношений. Казанский федеральный университет попал в топ-5 рейтинга медийной активности российских вузов. Всего в списке находится 219 образовательных организаций. Показатель эффективности учебного заведения складывается с количества публикаций о вузе в СМИ и социальных сетях. Список обновляется каждый месяц. Вакцинация спутником ВИ не влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин. К такому выводу пришли медики из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Несмотря на то, что ранее не было никаких доказательств о негативном влиянии прививки на будущее потомство, многие стали опасаться планирования беременности. Можно ли будущим родителям выдохнуть с облегчением, расскажет эксперт Казанского федерального университета.
Сотрудники Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова провели сразу несколько исследований. В одном приняла участие 51 женщина от 18 до 45 лет, в другом 45 мужчин от 18 до 55. Все они не болели коронавирусом ранее. Обследование проводилось дважды – перед вакцинацией и спустя 90 дней после введения первого компонента вакцины. Изучали такие аспекты, как уровни гормонов, активность половых клеток у мужчин и женщин. В результате не было обнаружено негативных последствий в обоих случаях. Исследование проведено Институтом Кулакова, это Институт акушерства, гинекологии и перинатологии, который является главным учреждением, определяющим политику вообще акушерства и гинекологии у нас в Российской Федерации. Это абсолютно правильное исследование, которое проведено на высоком уровне. По словам Марии Железовой, вакцинация станет надежным помощником при планировании беременности, как минимум, и это защитит женщину от тяжелых последствий. У больных коронавирусом беременных в 4 раза чаще начинаются преждевременные роды, и почти в 30 раз чаще они попадают в больницы с тяжелыми осложнениями. При планировании детей не менее важной является вакцинация и для мужчин. И те результаты, которые получили не только в России, эти исследования ведутся по всему миру, и они говорят о том, что на репродуктивную функцию вакцинация не влияет. А вот перенесенный ковид, к сожалению, влияет на активность сперматозоидов у мужчин. Нельзя сейчас говорить, что приводит к полному бесплодию, но репродуктивные возможности у мужчин снижаются. Что касается вакцинации уже беременных женщин, то вакцинироваться можно лишь только после 22 недели. Особенно это рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Это женщины, у которых есть болезни почек, ожирение, неблагоприятный для беременности возраст и другие. Однако отметим, что полный список рекомендаций и противопоказаний можно получить лишь у врача в женской консультации. Диана Желенкова, Универньюз. Пожары в Мари-Эл привели к ограничениям на посещение лесов в Татарстане. О хронологии событий и последствиях, наступивших для соседних регионов, расскажем в следующем сюжете. А тут что, пожар? Пожар, что ли, тут? Ты что, пожар, что ли? Я не понимаю, пожар или война? 19 августа на территории Медведевского района Республики Мари-Эл возник пожар, который удалось локализовать лишь в среду. По словам регионального управления МЧС России, в ликвидации пожара было задействовано около 1000 человек и 175 единиц техники. Добровольцы и сотрудники МЧС были разделены на 6 отрядов, 3 из которых направили на защиту близлежащих населенных пунктов. Из города огнеборцам регулярно поставляли питьевую воду, продукты питания и средства индивидуальной защиты. Негативное влияние пожара имеет долговременный эффект и доставит хлопот не только человеку. 30-40 лет на данной территории можно спрогнозировать ухудшение состояния атмосферного воздуха даже после окончания чрезвычайных ситуаций в виде пожаров. Территории, которые остаются без леса, они становятся резко подвержены водной и ветровой эрозии. Такие обезлесенные территории становятся зоной риска по наводнениям. Поэтому, конечно же, негативные последствия очень-очень велики и многократно превышают материальные потери. Из зоны поражения были эвакуированы жители с деревень Студенка, Сосновый Бор, отдыхающие близлежащего санатория. В связи с лесным пожаром действовало временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги Р-176 «Вятка». Смог и запах гари добрались до соседних республик. Жители Чувашии и Татарстана отметили симптомы отравления угарным газом. Головную боль в области висков и лба, головокружение, тошноту и мышечную слабость. Если у вас есть родственники, проживающие достаточно далеко за пределами распространения загрязняющих веществ, лучше на какое-то время уехать к ним. Если вы вынуждены жить, работать, то я рекомендую ношение респиратора, ношение маски. В том числе эту маску нужно регулярно простировать, проглаживать горячим утюгом и смачивать водой для того, чтобы облегчить все вот эти последствия. 25 августа правительство Татарстана ввело ограничения на пребывание жителей в лесах на территории более половины районов из-за пожароопасного сезона. Аналогичные меры действуют в Республике Чувашия и Самарской области. На ближайшие дни в Татарстане прогнозируется пожарная опасность 4 и 5 классов. Ариадна Кугушева, Александр Фирсов, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!